В это воскресенье в ДК на площади театральный коллектив «Люкс» покажет музыкальную сказку «Летучий корабль». Начало в 11 утра. 14 января танцевальный клуб «Ветеранские встречи» в Доме молодежи приглашает еще раз встретить Новый год по старому стилю. Гостей ретро-проекта поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В программе прозвучат танцевальные мелодии и композиции 60-х-90-х годов. Выступят вокальные коллективы. Начало вечера в 18 часов. Каждую субботу в молодежный центр может отправляться тот, кто не мыслит своей жизни без салонных игр. 13 декабря вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящим мафиози или шерифом. Начало встречи в 20 часов. Все отправляемся в кино. На экранах полно новинок. Первая новинка – «Величайший шоумен». В основу фильма легла история Финиаса Тейлора Баума, который всегда мечтал прославиться, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда казалось, что весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. Фильм яркий, необычный и интересный, а главную роль в нем играет Хью Джекман. Еще одна новинка проката – фильм «Кто наш папа, чувак?». В этой ленте в центре сюжета два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать. Для любителей пощекотать нервы новый фильм ужасов «Астрал 4. Последний ключ». Критики не слишком благосклонно отнеслись к этому фильму. Нового ничего не придумано, сюжет слабый, да и весьма предсказуемый. Но если вы любители хоррора, то вам точно к просмотру рекомендовано. Хотите просто провести приятное время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд? Вас ждут в клубе «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.